Шарафутдинов приехал на сборы перед своим следующим боем в Маниле с Кёджи Харигучи. Тренировка по борьбе с нашим бойцом из Японии Тецуи Ямадой, который выступает в UFC. Багаудинов продолжает подготовку. Спарринг-партнер, молодой боец из Китая. И также приехали Марат Гафуров и Юсуп Садулаев. Юсупа Садулаева бой в Мьянме против молодого австралийского бойца Риса Макларена. Марата Гафурова впереди защита титула. Марат Гафуров с Телеком Батыровым, оба бойца UFC. Телек выступает на 61 кг UFC. Марат чемпион на 66. Вот один из плюсов Тайгера, тренировок в Тайгере, что очень много спарринг-партнеров с разных промоушенов, разных стилей и высокого уровня спарринга здесь себя проходит. Мэнген, UFC 选手, Даши Жан. Хо. Али Багаудинов, Телек Батыров. Продолжение спаррингов уже в ММА-перчатках, более удары легкие, основная работа на перевод в партер, болевые, более технический спарринг. Знаменитый удушающий от кобры сейчас пойдет. Добрый день, я Андрей Бупас, тренер Али Панчхардинга Багаутдинова. Мы сейчас находимся в зале ММА Тайгер в Таиланде на Пхукете. Проходим заключительный этап подготовки. Очень интересно здесь. Много своих партнеров, хорошие условия. Все очень дисциплинные, доброжелательные, так что приезжайте. Как вообще в целом подготовка проходит к бою? Ну, основной этап мы сделали в Москве у себя в зале. Много, большой объем сделали. Сюда уже как бы за две недели здесь и неделя в Маниле до боя. Здесь как пройти акклиматизацию. Комфортно себя чувствовать, потому что Таиланд и Манила одинаковый климат.
Ну, Харигучи серьезный соперник. Да, очень серьезный. Один из самых серьезных. Да, 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 топовый. Поэтому мы ждем, что бой будет простой. Ну, битва будет хорошая. ชั่วโมงนะเราจะมีพิธีส่องโคมไฟให้กับท่านนะครับเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ตัวท่านและเจ็ดนะเปิดไฟไว้อยู่นะเดี๋ยวท่านจะกลับบ้านไม่ได้นะแบตเตอรี่ของท่านจะหมดนะจุดยิ้มเร็วอย่าลังไฟเย็ดเรานะคะспрашивал у Кая, кто победил, но он не рассказал.